Секундочку, видео скоро начнется по теме. Я же хочу вас предупредить, что на комментарии я отвечаю крайне редко, потому что каналов много, а я один не успеваю. Если вдруг у вас возникнут вопросы при просмотре этого видео, пожалуйста, в описании видео и в закрепленном комментарии есть ссылочки на телеграм-чат и телеграм-канал СВ. Подписывайтесь, задавайте там вопросы, и вы оперативно получите на них ответ. Спасибо, а теперь к видосу. Всем привет! Вы на канале SmartWatch. Пришла мне какая-то посылка. Серьезно, даже не знаю, что это такое. Но вот такая, какие-то две коробочки здесь, короче. Прям реально не знаю, что это такое. Поэтому сегодня у нас распаковочка. А дальше, в зависимости от того, что там есть, у нас будет еще видосик отдельный о том, что у нас там есть. Поэтому пока вскрываем просто и смотрим, что у нас тут. Так, одна вот такая упаковочка. О, это какой-то браслет. Браслетик прям такой. Ну-ка сейчас посмотрим, что за браслет. Ага. Вот такой браслетик. Металлический, прям тяжелый. Весь за это, наверное, как его, ну что. Ну и это вся штучка-дрючка, которой... Его разбирать, делать короче, в данном случае короче, либо потом, если надо, длиннее. А так вот такой вот у нас браслетик прикольный. Ну и еще что у нас, фирма, значит, Колей, это которые мне часы отправляли. Наверное, часики пришли, да? Точно. Посмотрите, ребятушки, Ира номер один. Вот такие вот пришли часики от китайцев опять, друзей. Прям, ух, прям неожиданно, но пришло. Или, может, они мне писали, да я забыл. Ага, открываем и смотрим, что ж это за часики. Коробочка тоненькая, сделана так добротно прямо уже. В прошлый раз они мне круглые часы отправляли, похожие на часы Huawei. Watch 3. Эти же, видите, написано. Иран номер 1. Модель HF008. Color Black. Черного цвета. Дата выпуска 6 месяца 2024 года. Есть номер серийный. Что у нас здесь есть? Что-то МИЛ, СТД и ТД и ТП. 5 атмосфер держит. Так, Bluetooth соединение. Можно разговаривать по часам. Дальше Always Display есть у нас. Smart Sleep трекинг. Так, трекинг сна. Дальше 100 дней держит. Написано 100 дайс, 100 дней заряда. У нас, значит, дисплей здесь AMOLED 2,13 дюйма. Боди, не знаю, что это такое. И 100 тренировочек здесь. Батарейка 850 мАч, нифига себе. А, значит, 5-ваттная, 500 мАч. 5 ватт, 500 мАч. Ага. Ну и Madden Inhina. Вот так они выглядят. Если вам видно, коробочка, здесь уже вот их там специальная наклейка. Здесь тоже что-то есть. Ну, давайте смотреть. Пока, как я уже сказал, это просто распаковка. Распаковываем. И вот наши часы. Похожие у меня были танк, но там просто было 4 кнопки. Танк, вот сейчас вы видите, вот здесь где-то в уголке или здесь. Ссылочка на них, пожалуйста, захотите, посмотрите. Танк похожие они прям были. Прям похожие. Только эти вот здесь круглая кнопка, и она крутится. Эта кнопочка, короночка. Потом кнопка здесь есть, и кнопка здесь есть. Вот так это все дело выглядит. Так, дальше что у нас тут? Ну, зарядочка такая же, как на танке. Была третья, ну и сама инструкция.
Вот такая вот распаковочка пока что. Так что, ребятушки, ждите. Скоро сделаю видос. Первое включение, подключение. Ну и посмотрим, что там у нас будет интересного. Следите, подписывайтесь. Пока!